Добрый день, уважаемые зрители! Мы с вами находимся на строительной площадке, где полным ходом идет возведение проектно-конструкторского технологического бюро «Совалмаш». Мы сделали уже огромное количество видеороликов, в которых показывали и демонстрировали, какие работы происходят, как они происходят и что, соответственно, за ними следует. Вот на сегодняшний день мы снимем уже традиционный обход строительной площадки и покажем, что же на ней изменилось. Но за моей спиной вы можете наблюдать фундаменты, на которых будет монтироваться металлокаркас АБК, административно-бытового корпуса. Здесь уже рядом видно, что металлоконструкции с опытно-производственных участков подошли к нему вплотную. Далее видите пожарный разрыв, вот заливка двух фундаментов новых. И здесь у многих может появиться вопрос, да, а почему же ими занялись только сейчас? Ну, на самом деле все идет по плану, потому что раньше на этом самом месте работала тяжелая строительная техника, стояли краны, сейчас площадка подготавливается, идет перестановка крупной строительной техники и, соответственно, приступили к работам и этим. Но давайте мы с вами все-таки начнем движение, перейдем на другой ракурс и поподробнее поговорим о пожарном разрыве и наглядно покажем вам, где находится граница АБК и производственной части. Пойдемте. Мы переместились к линии пожарного разрыва. Здесь он уже монтируется полным ходом. Уже произошла заливка бетоном. Опалубка еще не разобрана. Вот это предстоит реализовать. Ну и стена будет, соответственно, продлена до конца всего корпуса административно-бытового. Там сейчас проводятся земельные работы, расчищается пространство, место, и как бы дальнейшие работы также будут выполнены. Ну а также с этой позиции очень хорошо можно наглядно посмотреть, сколько работ было выполнено и сколько предстоит выполнить. Вот по левую руку от меня вы можете наблюдать огромное количество залитых фундаментов, которые действительно, ну, внушает своими габаритами, и административно-бытовой комплекс будет, ну, я бы не сказал, что маленький, очень даже габаритный. Но если сравнивать с тем, что было сделано до этого, обратите внимание, что он, ну, значительно уступает в размерах, ну, зато соответствует тем требованиям, которые к нему предъявляются. А также отсюда видно, что осталось буквально две оси для того, чтобы полностью закрыть опытно-производственную часть. И строители займутся уже непосредственно АБК. Для этого уже ведутся все необходимые подготовительные работы, как с фундаментами, так и с пожарным разрывом. Подвозятся необходимые металлоконструкции, которые также будут монтироваться нашими кранами. И как бы все это будет в рамках поставленных задач, графика и так далее. Но что еще важно и интересно, когда-то мы вам рассказывали о том, что у нас появился Чебурашка, и здание фактически есть Чебурашка. У него было два уха, одноэтажные пристройки, которые, собственно, обеспечивают всеми необходимыми мощностями. То есть там осуществляется ввод инженерных коммуникаций, будут стоять трансформаторы, газовое оборудование, газораспределительные системы, климатическое оборудование и так далее. Но на самом деле наш Чебурашка оказался очень непростым. У него не два, а целых четыре уха. И вот сейчас по правую руку от меня полным ходом выполняется монтаж еще одного уха с этой стороны. Ну и, соответственно, также идут подготовительные работы к монтажу четвертого уха, но уже с другой стороны опытно-производственной части. Давайте мы с вами переместимся вглубь здания и посмотрим на те его элементы, которые раньше были за пределами здания, но сейчас они находятся глубоко уже под, так сказать, металлокаркасом. Пойдемте. Но обратите внимание, что наше здание разрослось настолько, что нашего соседа, а именно дата-центр Сбербанка, уже совершенно не видно за нашим Чебурашкой. Внутри здания уже совершенно другая атмосфера, и нам с вами повезло, мы попадаем в начало обеда. Основное количество сотрудников уже, скажем так, отправляется к принятию пищи, готовится, и довольно тихо. И вот обратите внимание, что мы с вами находимся под крышей, которая образовалась, это перекрытие второго этажа, они разрастаются уже
по периметру всех металлоконструкций. В ближайшее время они уже будут закрыты, и строители приступят к монтажу кровли. Тоже, я думаю, будет очень хорошее зрелище, и, наверное, мы все-таки сможем сверху вам тоже что-то показать и подснять, но это уже будет в других видео. Мы вам показывали эти лестничные марши, лифтовые шахты по правую руку от меня сейчас, потом ребята вам продемонстрируют. Они были за пределами металлоконструкции. Сейчас уже они находятся глубоко в здании. И обратите также ваше внимание на то, что с ними происходят бетонные работы. То есть, ну, ведутся бетонные работы, устанавливается опалубка, стоят краны, которые эту опалубку устанавливают. Потом, соответственно, с помощью туфельки заливается бетон, и они растут фактически до самой крыши. Там будет стоять необходимое оборудование и так далее. Вот лифтовые шахты, они уже заняли свое тоже место. Я думаю, что каждый день они будут использоваться сотрудниками, которые будут работать в этих частях здания. Оборудование необходимое лифтовое будет также располагаться на крыше. От части лестничных маршей будет выход на крышу для того, чтобы осуществлять необходимые работы, обслуживание. Ну, мало ли, зачем кому нужно будет посетить крышу. Ну, а возможность имеется очень удобная. И вот мы с вами уже дошли до складской части. То есть для того, чтобы пройти это здание напрямую, пока нет межэтажных толком перекрытий, нет помещений, то есть это один пустой ангар, нужно затратить определенное количество времени, и пространства здесь немало. А если все это укомплектовать уже непосредственно на участке, ну, я думаю, несложно представить, сколько потребуется времени для прохождения от АБК к, скажем, складской части. То есть объем действительно внушает уважение и доверие к тому, что здесь будет происходить. Но помимо этого происходит огромное количество работ, связанных с послойным уплотнением грунта, с сварочной работой, арматурной. То есть, ну, действительно, каждый день происходит огромное количество работы, в том числе и монтажных. Поэтому рассказать здесь больше вам на сегодняшний день нечего. Работы рутинные, работы каждодневные. Их нужно выполнять. И несмотря на то, что это одно и то же, контроль к качеству выполнения работ очень дотошный и скрупулезный. Почему? Потому что от качества выполняемых работ будет зависеть и, во-первых, дальнейшая возможность работать в этом здании. В том числе зависит сдача госкомиссии объекта строительства. И много-много-много чего еще. Поэтому внимательно смотрите за новостями на наших каналах. Мы будем рассказывать вам о ходе строительных работ и не только. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы. Возможно, вас что-то интересует конкретное, связанное со строительством. Постараемся ответить. До новых встреч!